Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 33.25. Изобразите на координатной плоскости точки, координаты которых удовлетворяют неравенству. И первое неравенство такое: y меньше 2x плюс 1. Начертим координатные оси, и теперь в этой системе координат начертим график функции y равно 2x плюс 1. Это будет прямая. Зададим тогда пару точек. При x равном 0, y равно 1. При x равном 1, y равно 3. Вот две точки мы задали. Теперь через них проводим прямую. А теперь нам нужно изобразить точки, для которых y меньше, чем 2x плюс 1. Значит, эти все точки лежат под указанной прямой. Причем точки, которые лежат на этой прямой, не входят в указанное множество. Тогда мы вот эту прямую превращаем в пунктирную. Это будет обозначать, что точки, которые лежат на этой прямой, они не входят в указанное множество, а указанное множество – это все точки, которые меньше, ну вот, находятся ниже этой прямой. Пункт B. В пункте B y больше либо равно 3x минус 5. Так, зададим, это у нас тоже прямая будет, значит, мы эту прямую начертим, y равно 3x минус 5. Так, зададим точки. При x равном 1, y равно 3 минус 5 минус 2. Значит, вот единичка минус 2. Одна точка. И при x равном 2, y равно 6 минус 5 единица. Вот эта точка. Теперь через эти точки проводим прямую. И нам нужно изобразить множество точек, для которых y больше либо равно 3x минус 5. То есть это все точки, которые находятся выше указанной прямой. Вот это множество можно так изобразить. Причем точки, которые лежат на прямой, они тоже относятся к этому множеству. Так, пункт V. Y меньше 0,5x минус 2. Так, чертим прямую y равно 0,5x минус 2. При x, да, зададим две точки. При x равном 0, y равно минус 2. Вот одна точка. При x равном, ну, пускай 4, тогда получаем 2 минус 2, 0. Значит, при x 4, y равно 0. Проводим прямую. Теперь неравенство у нас строгое. Y меньше 0,5x минус 2. Следовательно, вот множество точек. Вот эти точки, которые расположены ниже прямой. Причем точки, которые находятся на прямой, они не входят в указанное множество. Поэтому мы прямую превратим в пунктирную. Так, и последнее, пункт G. Y больше либо равно x плюс 2. На координатной плоскости начертим прямую y равно x плюс 2. Зададим точки. При x равном 0, y равно 2. При x равном 1, y равно 3. Вот две точки. Проводим прямую через них. Неравенство у нас не строгое. Следовательно, все точки, которые находятся на прямой, они соответствует указанному множеству. И y больше, чем x плюс 2, значит, вот это множество находится выше прямой. Ну, и все точки, которые находятся на самой прямой. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.